Привет, ребят! Я бы вам хотела рассказать про свой закрытый клуб в телеграм-канале. Называется этот клуб Live Room. Что в этом клубе? В этом клубе я с ребятами, с первыми, делюсь теми своими мыслями, теми своими какими-то открытиями, наблюдениями, своими состояниями, в первую очередь с ними. Да. Там у нас те видео, которые не выкладываются в других источниках. Это закрытый канал, где есть у нас, конечно же, абонентская плата. Она минимальная, но все же это ваше согласие на то, что вы мне подтверждаете, что да, вам интересна та информация, которую я там выкладываю. Для меня это важно. Что в этом, на этом канале? Там не просто эфиры, там, наверное, эфиры и рассуждения те, которые не всегда выходят в открытый доступ, которые происходят и со мной, и с ребятами на каких-то этапах. Там те открытия, которые я в себе открываю в первую очередь, про внутренние органы, как влияет и что влияет, какие вибрации мы получаем извне, откуда эти вибрации, кто нами управляет, почему идет это управление, почему мы разрешаем этим управлять и как мы разрешаем управлять нами. Да, вся такая информация там выложена в этом канале, там я об этом разговариваю, я рассказываю о том, как нужно дышать для того либо определенного состояния. Там я рассказываю, как нужно ходить, что значит ваша походка, на какую часть стопы наступать, чтобы что случилось с вами. То есть там есть много таких нюансов, о которых, возможно, кто-то из вас даже не предполагал, а кто-то посмотрит и скажет: ну, ерунда какая-то, мне это не интересно. Но нас там уже достаточно большое количество ребят, тех ребят, которые со мной уже достаточно длительное время. И, конечно же, для этих ребят, которые находятся у меня в клубе, я при определенных своих марафонах делаю какие-то бонусы, какие-то скидки. Вот. Если вам интересно, что я рассказываю и не выкладываю это в открытый доступ, то присоединяйся. И там тебя ждет много новых открытий. Я жду тебя.